Партнер програми «Бардачок» – Харківська муніципальна страхова компанія. Ми повертаємо витрачені гроші. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите очередной выпуск программы для автомобилистов «Бардачок». И на ваших экранах снова я, Александр Трепетин. Так получилось, что буквально на днях впервые попал на перекресток академика Павлова и Героев труда после его реконструкции. Ну и лишний раз убедился в том, что пределов совершенству нет. Особенно если дело касается организации движения. То, что поменялось радикально, буквально бросается в глаза и ощущается всем организмом. Трамвайные пути теперь вровень с остальной проезжей частью и при этом проезжаются без привычных прыжков с подскоками. Наконец-то в пределах одного отдельно взятого перекрестка дорожное покрытие достигло того уровня качества, который давным-давно привычен жителям той самой Европы, в которую мы вроде как стремимся. Не знаю, правда, как долго сохранится эта идиллия, ну, время покажет, а пока об организации движения. Вместе с асфальтом на перекрестке обновились и светофоры. Также изменился их режим работы. И вот тут у меня имеются сомнения в оптимальности именно такого режима. Дело в том, что при движении по Героев труда от гидропарка и далее налево по Академика Павлова стало заметно труднее поворачивать. Когда-то не очень давно такой маневр регулировался доп-секцией светофора. Сейчас доп-секции нет, и что самое неприятное, разрешающий сигнал горит и поворачивающим, и встречным одинаково. В итоге для поворота налево на Северную Салтовку приходится встречных пропускать и только потом поворачивать. Желающих повернуть много, встречных обычно не меньше. В итоге за один цикл работы светофора успевают повернуть далеко не все желающие, что просто провоцирует водителей на нарушения. Попытки проскочить на включившийся красный наблюдаются здесь регулярно. Что примечательно для встречных, едущих по Героев труда вниз. Поворот налево стрелку сохранил, и такой маневр сложнее не стал. Не знаю, как такой порядок движения воспринимают те, кто здесь ездит часто, но лично мне он не показался логичным и безопасным. Ну да ладно, есть у этого перекрестка проблемка посерьезнее. Вот она. Закрытый на реконструкцию выход из станции метро и подземного перехода. И вот к чему эта проблема приводит. Пешеходы переходят улицу там, где им удобно, и так, как им удобно. Разумеется, практически не задумываясь о собственной безопасности. Почему-то большинство идущих здесь через дорогу твердо уверены, что водители их должны пропускать. Потому что здесь когда-то был переход. Очень опасное заблуждение. Был тут переход или не был, большинство водителей не знает и знать не обязаны. Главное, что сейчас перехода здесь нет. Что, кстати, странно. Во время ремонта подземного перехода можно было организовать временный надземный со знаками, светофорами. И почему его не организовали, непонятно. В итоге пешеходы уверенно лавируют в лучшем случае между стоящими на красной автомобилями. В худшем, внезапно для водителя выходят на проезжую часть из-за припаркованных авто. Так как знаков, обозначающих переход, здесь не имеется, то парковка машин в этом месте разрешена. К их водителям претензий нет и быть не может. Автомобилисты вообще, с моей точки зрения, проявляют максимум осторожности и предусмотрительности в этом месте. Пропускают пешеходов, хотя не должны этого делать. Останавливаются не перед светофором, а перед тем местом, где люди идут через дорогу, чтобы не перекрыть им проход. Но не все. И в этом главная опасность. Пешеход в массе своей очень быстро привыкает к вежливости автомобилистов. Раз пропустили, два пропустили, а на третий пешеход уже и по сторонам не смотрит. Пропускают же. А тут, как назло, невежливый водитель, не собирающийся никого пропускать. Последствия, надеюсь, понятны? В общем, с этим переходом нужно срочно что-то решать. Подземный явно откроется не завтра. И каждый день такого перехода может стать для кого-то последним. Увы, это не преувеличение. Далее опять об организации движения, в этот раз на пересечении улиц Шевченко и Бажанова, возле Горбатого моста. Регулярно наблюдаю в этом месте машины, поворачивающие на мост, не из крайнего ряда. Может, пришло таки время с этим что-то делать? Не первый раз этот перекресток попадает в объектив камеры программы «Бардачок». Причина такого интересна – вот она. Поворот налево и справа ряда. Несмотря на то, что перед стоп-линией здесь регулярно стоит три машины, рядов тут все же только два. Об этом свидетельствует знак 5.16, расположенный, как и предписано ДСТУ, за 60 метров до перекрестка. Поворот налево не из крайнего положения, это как раз и есть нарушение требования знака, что карается штрафом в 255 гривен. Вот только угроза наказания мало кого останавливает. Да и проблема на самом деле не в самом повороте, а в том, что попытка повернуть из, скажем так, среднего ряда часто мешает тем, кто проезжает по Шевченко прямо в сторону Харьковской набережной. Также этот маневр создает угрозу законопослушному водителю, который поворачивает, как положено, из левой полосы.
в связи с тем, что мост сейчас реконструируется, проезжая часть здесь сужена, и при повороте нарушитель вынужден подрезать того, кто левее. Ведь полоса на мосту осталась только одна. Сам не раз оказывался в аналогичном положении, потому точно знаю, такое маневрирование явно небезопасно, и с этим нужно что-то решать. Вариантов решения на самом деле немного. Так как желающих повернуть на мост всегда много, и за один цикл работы светофора проехать успевает от силы десяток машин, то попытки ускорить процедуру, пусть даже с нарушением ПДД, будут всегда. И если нет возможности их предотвратить, то надо их просто узаконить. Для этого следует всего лишь немного сдвинуть двойную линию разметки. Сделать чуть шире проезжую часть в этом направлении, тогда тут точно получится три ряда, и поворот можно будет разрешить с двух полос одновременно. Одного ряда для проезда прямо будет достаточно. Сужение проезда для встречных также не должно привести к сложностям. Не так уж много машин с этого направления едет прямо. Ну, разве что остановку маршрута желательно отодвинуть подальше от перекрестка. А на мосту для поворачивающих из двух полос вполне хватит места. Правда, только после завершения реконструкции. Сейчас, повторюсь, полоса только одна. Кстати, именно по такому сценарию был изменен проезд перекрестка Харьковской набережной и Московского проспекта. Там тоже сдвинули осевую линию чуть в сторону, и проблемы вместе с заторами исчезли. Почему до сих пор аналогичным образом не изменили порядок движения в этом месте, ну, не знаю. Ну и раз уж упомянул мост и его реконструкцию, то не могу не упомянуть проезжую часть на мосту. Как известно, выпавший снег за одну ночь заделывает больше ям на дорогах, чем все дорожные службы за год. Но вот когда снег сходит, асфальт на горбатом мосту давным-давно напоминает какой-то пазл. Уж очень много на нем латок всевозможной формы. И регулярно часть этих латок вновь превращается в ямы. Очень немаленькие, надо признать. Происходит это с завидной регулярностью. Вот только 7 месяцев прошло, как появились последние латки. А сейчас, сами видите, во что они превратились. Понимаю, конечно, что такими методами можно добиться только одного – постоянной занятости дорожных ремонтников. И ведь водителей интересует не процесс, а результат. А ямочный ремонт, по крайней мере на мосту и подъездах к нему, результат дает уж очень кратковременный. Лично мне не хочется, чтобы мои налоги, которые плачу регулярно, покупая топливо, столь бессмысленно расходовались. В сложившейся экономической ситуации и имеющихся на сегодня ценах на топливо резко возросло количество людей, которые выбирают новый автомобиль, ориентируясь на его экономичность. Ориентируются, разумеется, по данным, заявленным автопроизводителями. И, как оказалось, так делать не стоит. Топливная экономичность автомобиля определяется в трех режимах движения. Загородная трасса, городские дороги и смешанный цикл, в котором и первых, и вторых примерно пополам. Именно эти данные приводит автопроизводитель в технической характеристике транспортного средства. Вот только на протяжении последних полутора десятков лет все чаще счастливые владельцы новых машин отмечают, что уложиться в паспортные данные по расходу горючего как-то не получается. Реальные цифры отличаются от тех, что указал автопроизводитель, и с каждым годом разница все больше. Этот факт был совсем недавно официально подтвержден независимой европейской организацией «Транспорт. Окружающая среда». В своем ежегодном докладе, посвященном вредным выбросам в атмосферу, специалисты названной организации привели собственные результаты испытаний автомобилей по расходу топлива и выбросам в атмосферу углекислого газа. Испытания проводились не в лабораторных условиях, а в режимах реального движения транспорта в европейских городах и на загородных шоссе. Как и ожидалось, результаты значительно отличаются от того, что указано в технических характеристиках автомобилей. Что самое неприятное, разница между заявленными и реальными цифрами продолжает увеличиваться. Если в 2001 году разрыв составлял всего около 9%, к 2012 году он увеличился до 28%, в 2015 уже до 42%, а к 2020 году, по прогнозам экспертов, несоответствие дорастет до 50% такими темпами. То есть автопроизводители умышленно занижают реальный расход своих моделей, чтобы уложиться в строгие требования законодательства. В Евросоюзе, например, для каждого автопроизводителя установлено предельное значение вредных выбросов, которые производит его продукция в целом, эдакий средний результат для всей модельной линейки. Вот под этот результат и подстраиваются цифры в характеристиках автомобилей. Специалисты организации «Транспорт. Окружающая среда» составили антирейтинг самых злостных обманщиков среди автоконцернов. И возглавил этот рейтинг Mercedes, чьи автомобили классов А и Е потребляют в среднем на 56% больше топлива на дороге, чем указано в технических параметрах. Это значит, что водителям этих машин приходится тратить на топливо в среднем на $560 в год больше запланированного. Ну а в среднем машины с трехлучевой звездой потребляют на 54% больше, чем обещано производителем.
На втором месте модели Audi. Согласно данным исследований, эти машины кушают на 49% больше, чем заявлено. Точно такой же результат и у малютки Smart, перерасход на 49%. Volvo в среднем на 47% превышает данные, указанные в технической характеристике, а модели Peugeot имеют аппетит на 45% больше, чем обещано. Точно такой же результат для линейки Mini – 45% превышение. Чуть меньше, но все равно значительно обманывают покупателей BMW и Toyota – на 43%. Ford на 9-м месте с результатом 42% к обещанному расходу, а замыкает десятку автопроизводителей-обманщиков – Nissan с цифрой 41%. Вот и доверяй после этого паспортным данным. Но что интересно, доказывать в суде обман со стороны автоконцернов – бессмысленное занятие. Дело в том, что все лабораторные измерения, результаты которых приводятся в технической характеристике автомобиля, выполняются по одной давным-давно утвержденной процедуре. Производители попросту пользуются несовершенством этой процедуры. Но чтобы изменить ситуацию в корне, необходимо разработать и внедрить новый порядок испытаний на топливную экономичность, который бы лучше соответствовал сегодняшнему дорожному движению. Вот когда такой порядок будет утвержден, тогда и цифры реального расхода не будут заметно отличаться от заявленного. А когда это случится, увы, неизвестно. Авторынок в Украине в минувшем году показал самый быстрый рост в Европе. И хоть до абсолютных числах нам еще далеко до собственных достижений 2008 года, тенденция радует. Но это на рынке новых авто. А что происходило в 2016 на рынке поддержанных автомобилей? В конце 2016 года рынок БУ авто в Украине продемонстрировал рекордный рост, вызванный снижением ввозных акцизов. За декабрь 2016 года в Украине в первичную регистрацию прошли 5603 БУшных автомобиля. Из них 4170 – легковые автомобили. Эта цифра втрое превышает показатель аналогичного периода 2015 года. И хотя общий результат вторичных продаж за год вдвое ниже, чем продажи новых машин, цифра все равно получается внушительная – 30713. Это только те подержанные машины, которые ставились на учет в Украине впервые. Внутренние перепродажи не учитывались. Из указанного количества больше половины, 17 417, это легковые авто. По итогам года количество ввезенных в страну подержанных иномарок увеличилось на 22% по сравнению с 2015 годом. Резкий рост спроса на автомобильный секонд-хенд наблюдается с сентября, что легко объясняется вступлением в силу в августе закона о льготном акцизе для бэушных машин. Названы и самые популярные подержанные автомобили в Украине. В рейтинге лидируют европейские марки. Первое место занимает Renault – 3626 зарегистрированных машин. Второе – Volkswagen – 3183 штуки. Третье – Skoda – 1790. В пятерке лидеров также Opel – 1585 машин и Mercedes-Benz – 923 штуки. А как выглядит предпочтение украинцев по моделям? Среди завезенных в страну подержанных авто больше всего Renault Megane – 12% во всех везенных легковушек. Большинство автомобилей 11-12 годов выпуска с дизельными двигателями 1,5 литра и кузовом «Универсал». Каждый десятый завезенный автомобиль – Volkswagen Passat. В основном это автомобили 2011-2013 годов выпуска с дизельным 2-литровым двигателем. Более половины всех везенных Passat'ов – «Универсалы». Skoda Octavia среди импортных иномарок имеет долю 5%. Наиболее популярной версией является дизельный «Универсал 1.6». Всего же более 150 БУ «Октавии» в месяц завозят в Украину. Это, между прочим, соизмеримо с продажами новых «Октавий» в нашей стране. Четвертое-пятое место в рейтинге ввозимых моделей занимает еще по одному представителю марок Renault и Volkswagen – Renault Scenic и Volkswagen Golf, которые зарегистрированы в одинаковом количестве – по 4% от общего. Автомобили импортируются с дизельными двигателями. Golf более популярен с кузовом «Универсал». На 6-7 позициях оказались популярные в Европе модели Opel. Opel Astra занимает 3,8% рынка подержанных авто и Opel Insignia 3,4%. Что показательно, импорт БУ автомобилей Opel, который составляет более 100 машин каждый месяц, в разы превышает продажи новых моделей этого бренда у нас в стране. Украинцы везут Opel Astra 2011-2012 года выпуска в исполнении с кузовом «Универсал» и с дизельным мотором 1.7. Opel Insignia аналогичных годов выпуска с 2-литровым дизелем и также кузовом «Универсал». Наиболее популярной моделью в премиум-сегменте стал Mercedes-Benz E-класс, кузов V212. Его результат 2,7% от всех завезенных автомобилей. Среди этого количества больше всего автомобилей 2011-2013 годов выпуска с дизельным двигателем 2,1 литра в кузове, опять же «Универсал». Подводя итог, следует отметить, что украинцы пересаживаются на 3-4-летние дизельные универсалы из Европы. По крайней мере, более 90% всех автомобилей, импортированных за 4 последних месяца прошедшего года, были оборудованы дизельными двигателями, и более чем 2/3 всех машин были в исполнении с кузовом «Универсал».
Вот и все на сегодня. Очередной выпуск «Бардачка» подошел к концу, и мы расстаемся, как обычно, на неделю. Не забудьте включить ваш телевизор на наш канал в это же время. Ну а пока я, Александр Трепетин, прощаюсь с вами. Всего вам доброго, ни гвоздя вам, ни жезла.